художественный фильм «Материальные секреты». После наступления кризиса мы стали использовать любые методы увеличения продаж. Мы забивали стрелки новым клиентам и убирали конкурентов. Нас стали бояться и уважать. Наши дела с новой силой пошли в гору. Мы наладили четкую систему работы вне компании. Но возникли нестыковки внутри. Здрасте. Нормально здоровайся, как Фиолковский учил. Ебать мой лысый череп, кого я вижу? Где товар? Да, где товар? А где деньги? Да, где деньги? Да, я привез деньги. И сколько денег ты привез? 100 000. И у меня 100. Итого 100 100. Не катит, этого мало. А чё, товар в долг взять нельзя? Можно. Утром деньги, днём товар. Днём деньги, вечером товар. Вечером деньги, утром товар. А можно наоборот? Можно, но деньги вперёд. Всё понятно, надо искать деньги. Знаю одно местечко, поехали. Давай, до свидания.